ДТП сегодня на 107-й. Уральный Домодедово, четверки не доезжает. Вот они прицепчики жить. Как он не ушел, неизвестно. Высота вообще четкая, 30 метров. Вот это таскание, которое лежало на мосту с тонаром. Ее расцепили, перевернули. Прям на моих глазах рас... Чувак, ты живой? Живой? Ты как так? Колесо взорвалось, ёпты. Переднее? Старики. Уйдите! Твою медь! На участке дороги произошло страшное ДТП с участием лесовоза. Нет, только машину. Вот, так как данный автомобиль мы транспортируем на штрафстоянку 7-го батальона, то ДТП было либо с очень тяжкими телесными, ну, по осколкам, которые находятся на обочине, больше. Автомобиль Volvo и фарш 2018 года. Догнал стоящую фуру. Потерпевших здесь не было.
дыхание, сказали, второй рейс, нульц. Еще одна Скания, мусоровоз. Ну и там на мосту вывезли. Вон моя ласточка стоит, не пострадала. Это только одна сторона, сейчас будет вторая сторона. Икс. В обе стороны. Смаил, нет, нет, нет. Выворачивать по-другому. Колеса не включай, Сергей, они пора уже. Да, бля. Да. Проводка, проводка. Горячий битум льется на асфальт. Буксир, эвакуатор тянет эвакуатора, бывает и такое в нашей жизни. Кто-то куда-то влупился, вязьминский эвакуатор стоит, который Валероса вытаскивал. Да-да-да, Леха. Опять одиночка.
не бабай, Мерседес. Валера, такой, как у тебя. 18 сентября. Авария произошла часа, наверное, 4 назад. Около 11 часов дня водитель на ипашке приснул малька. Пострадали люди, но вроде бы не критично. Кабина была немножко сдвинута назад. Мы ее подтащили лебедкой, поставили на свои родные места. И теперь мы можем спокойно поднимать и тащить ее к месту стоянки. Кабина у нас уже в установку рефрижератора не упирается. Исмаил, подожди чуть-чуть, надо крышку закрыть. Вот так вот происходят эти работы. Гагарин. Чувак на паровозе на ипашке, видно, приснул. Кувет такой непростой. Вот оттуда, где моя машина стоит, он заходил. И вот так вот полетел. Это так-то. О, видео остановил.